И в продолжение темы переплетения культур в нашей многонациональной стране. Азербайджанская диаспора в Молдове отметила один из своих самых веселых и светлых праздников – Навруз-Байрам. Он символизирует приход весны, пробуждение природы и начало Нового года. У этого замечательного праздника есть своя древняя история и богатые традиции. О том, как отмечали в столице Молдовы Навруз-Байрам и особенностях азербайджанской культуры – в репортаже Ольги Гриненко. Веселому и беззаботному настроению в праздник Навруза сама природа подыграла. Яркое солнце, на деревьях почки и запах весны. Азербайджанский народ по праву считает, что в этот день все вокруг оживает. Кстати, по преданию, символом обновления жизни является семени – пророщенное зерно. И это лишь часть традиции празднования Навруза. В этот день люди должны забыть свои обиды. Они просят друг друга прощения. У этого праздника есть свои герои, которые развлекают участников праздника, дарят подарки детям, доставляя им особую радость. И, конечно, в праздник Навруз особое изысканное меню. По традиции на столе обязательно должно присутствовать 7 блюд, свеча – символ света и тепла, и крашеное яйцо – символ жизни и вселенной. Праздник Навруз имеет свою и хорошую философию, направленную на созидание, на укрепление дружбы, на сплочение людей вокруг общечеловеческих ценностей, на примирие. Сегодня это очень актуально. Хочу пожелать вам здоровья. Продвигайте и дальше культуру и традиции вашего народа с той же гордостью, как вы это делали всегда. Я очень хочу, чтобы отношения между нашими странами консолидировались, а дружба стала еще крепче. В 2009 году Навруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия, а через год Генассамблея ООН присвоила ему статус международного. В настоящее время в Молдове проживает более 5000 азербайджанцев.